Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня карта дня на колоде Сергея Савченко «Лубок». Что нам сегодня карты расскажут? Так, пятерка жезлов. С кем и во что ты собираешься играть? О, какая карта интересная. То есть, если вы собрались какие-то там устраивать игры с судьбой или с какими-то людьми, вы об этом сначала хорошо подумайте, и надо ли вам это, с кем и во что ты собираешься играть. Очень актуальный совет для некоторых. Поэтому будьте благоразумны и не ввязывайтесь ни в какие сомнительные предприятия. Всем хорошего дня, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.